Россия в горах. Комплекс Исток. И не случайно вот эта музыка, она объединена с открыткой и со стихами автора. Удивительно, как эти стихи от мелодии к мелодии раскрываются, раскрашиваются, обретают вот новые грани, краски. И с этой мелодией стихи звучат удивительно проникновенно, тонко. И вот этот мой путь, казалось бы, я сам себе задаю этот вопрос, куда идет мой путь? С этой мелодией он становится таким ясным, где-то и нежным, и восторженным. Он дарует такую красоту и такое счастье, которую можно сравнить с восходом солнца. Рассвет в горах – это же высоко, чисто, где можно вот встретиться вот с этим прекрасным чувством. Эти стихи и мелодии, они вот позволяют почувствовать, какой прекрасный может быть жизненный путь. И вот эта вся красота, нежность, чувство и торжественность, они выражаются и в стихах тоже. Я уже говорил, это просто удивительно, как звуки этой мелодии, они сочетаются с каждой строчкой этих стихов. И раскрывается новая грань, новое прочувствование вот этих вот поэтических и музыкальных образов.